Знакомьтесь, это Боб. И мы с ним встретились в странный период его жизни. Перед Бобом открывается удивительный вид из окна 85-го этажа небоскреба. Вот только зарево заката, которым любуется Боб, на самом деле разгорающееся пламя пожара. Прежде всего, Боб, запомни, что вода – твой главный союзник. Влажные вещи помогут защитить органы дыхания от угарного газа, всего лишь 1% которого в воздухе вызовет у Боба обморок за 3 вдоха, а в течение 2 минут наступит смерть. Чтобы спастись, Боб, тебе нужно поскорее покинуть здание. Самым быстрым вариантом будет выпрыгнуть из окна. Ты преодолеешь 290 метров всего за 8 секунд, хотя это вряд ли спасет твою жизнь. Пользоваться лифтом во время пожара тоже нельзя, ведь если электроника выйдет из строя, Боб намертво застрянет в кабинке, а учитывая, что через 30 минут температура огня достигнет более 900 градусов по Цельсию, Боб фактически будет кремирован заживо. Судя по грохоту, уже началось обрушение несущих конструкций, а значит, у Боба осталось 10 минут. Для этого нужно преодолеть 1700 ступенек, на что у Боба уйдет 20 минут, а этого времени явно недостаточно. Впрочем, есть и хорошие стороны. Возможно, руины этого дома назовут в твою честь, Боб. Показывай этот ролик знакомым пожарным и подпишись на канал, чтобы не пропустить новый эксперимент над Бобом. Еще хотим порекомендовать вам игровой канал Elda Game. Вас ждут обзоры, горячие новинки, юмор, а также суперакции и многое другое. Видео обновляются постоянно, так что смело подписывайтесь и приятного просмотра Elda Game. Ссылка на экране и в описании.